Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, после судебного заседания 19 июля и выхода нашего последнего видео на эту тему, нам в директ пришло много сообщений по поводу отмены лотереи Green Card DV2023, начало регистрации на которую запланировано на октябрь 2021 года. Дело в том, что государственные ответчики одним из вариантов решения проблемы с нашей ситуацией предложили зарезервировать визы для победителей лотереи DV2020 и DV2021, но начинать выдавать их не сейчас, так как победители DV2022 уже отобраны, их тоже нужно обрабатывать, а во время фискального года DV2023, на который заявку еще никто не заполнял. Такое заявление от Голов, естественно, можно расценить как предложение отменить проведение лотереи DV2023, чтобы за этот год без новых победителей справиться со старым бэклогом. Но на самом деле все не так просто, и я почти на 100% уверена, что ее не отменят, и вот почему. Диверсификационная лотерея проводится уже не один десяток лет, и более подробно о том, зачем эту программу создали, я рассказывала в другом видео, ссылка на которое сейчас появится вот здесь и в описании под видео. Проведение лотереи регулируется не простыми желаниями «хочу-не хочу», а регламентируется законом, а если точнее, законом об иммиграции и гражданстве. Ссылки на нужные разделы этого закона я также оставлю в описании, если захотите ознакомиться более подробно, переходите на сайты, читайте и переводите. И как вы понимаете, если проведение лотереи регламентируется законом, то и отменить ее проведение можно только внесением поправок в закон. И сделать это можно, естественно, не за один день и, скорее всего, даже не за один месяц. А так как времени до начала регистрации осталось всего 2 месяца, мое мнение, шансы, что лотерею DV2023 отменят, равны нулю. Так что все, кто планирует в ней участвовать, не переживайте, все будет. А вот как дела будут обстоять с обработкой победителей DV2020, DV2021 и DV2022, это уже совсем другая история. Как только будут новости по судебным решениям, я обязательно сообщу, как обычно, максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.